Джентльмены и почтеннейшие леди, здравствуйте! Сегодняшнее стихотворение о таком явлении, как дружба между мужчиной и женщиной. О том, как эту дружбу представляет женщина и каким образом это представление выглядит в глазах мужчины. Дементьев Андрей Дмитриевич. Ты ищешь меня только в дни одиночества, когда никого ни в душе, ни вблизи, а мне утешать тебя больше не хочется, хоть это и любят у нас на Руси. И я не хочу заполнять этот вакуум меж будущим счастьем и счастьем былым. Ты ждешь, чтоб мы вместе грустили и плакали, а радостный день для тебя неделим. Всем спасибо.